Привет, друзья! Сегодня 15 марта. Мы ходили в концерт. Замечательные краснодарские певцы приезжали. Пели песни Френкеля, Фельдсмана, еще Фельдингауэр, я не знаю, 4 композитора на букву Ф. А потом мы заехали в горбольницу. В горбольнице здесь у нас цветет магнолия. И вот первые 2 куста всего лишь зацвели. Так что до конца марта вы можете еще приехать. Еще много кустов не распущенных. Ждут вас терпеливо. Тем более тепла еще не было, вот сейчас тепло пошло, и вот на фоне таких магнолий вы можете сфотографироваться. Ну, а после магнолий мы заехали на море, на набережную санатория Малая Бухта. Море нас удивило полным штилем. Конечно, покой и воля просто волшебные и удивительные. Ну вот я снимаю. Я думал, чайка нырнула. Ты хотела, чтобы я снял эту красоту. Ну, да. Расскажи теперь. Камера не передает всей красоты. Да? Конечно. Мне комментировать, что акварельные краски такие. Да, я с голубой этой во всех оттенках. 50 оттенков синего. Очень красиво. А море спокойное, как озеро. Редко такое бывает. И штиль. После последних дней ураганных. Просто чудо какое-то. Культ поход у вас, девушка, получился. Да, получился культ поход. Смотри, волна все-таки идет. Попозже. Люди камушки кидают. Солнце будет опускаться, появятся красные оттенки. Пока голубые. Мне тоже надо это самое, горстку камушков для альпийской горки. 2 кармана. Но не сегодня. Мы подошли к самому морю. Вода прозрачная. Хочется искупаться. Здесь на берегу 2 бани, так что народ тут парится и потом прыгает в воду. Но мы не в той форме. В конце концов, мы на концерте были. Прекрасно. Воздух такой замечательный, пахнет водорослями, йодом, кораллами и карасями. А вообще цветение деревьев пока еще мало в наших краях. Вот первым кизил. Кизил зацвел, алыча подтягивается. Ну и все. Бедно с цветами пока. Всего доброго, пока.